Теперь так, помните, что у нас тема была главная и незаконченная, это третий семинар, вебинар про груши. Сейчас мы их поизучаем, и потом поймете почему. Я перескочу на тему ЭГЭ, вот страшную подлую вещь, которую придумали для россиян. Вот, и к этому я буду подходить со всех сторон. Вот одна из сторон. Почему? Потому что потом мы с вами вопросы прочтем, потом будем пытаться угадать. И в лучшем случае большинство из вас получит двойку, но я как лидер, может быть, на три. Но интересно же, да, как бы сказать-то, даже я бы сказал, интригую, как мы с вами будем сдавать экзамен школьный. Здорово. А пока по порядку. Почему? Мы изучаем с вами строение сеянца уссурийской груши. Вот. Одна посмотрели, вниз, бок. Вот. Для вас старался. Хоть бы на конях сбросили, сколько я труда вложил. Ни в одном учебнике этого не найдете. Вот. И вот вторая. Это снова уссурийская груша, привитая. Но прививка уже следующая тема разговора. У нас тема все-таки груша. Хотя я не откажусь и от других тем. И постараюсь сегодня рассказать. Обратили внимание, такой же стержневый корень. Так. А вот эта вот штучка, она должна была идти в бок или вниз, а она выбрала вниз. Еще раз. Здесь корень выбрал, поверхностный корень, он выбрал путь в сторону, в бок. Почему такая разница? Ну, кто-то из вас уже меня слушал 100 раз, скажет. Ну, конечно, зависит от почвы. Куда надо, туда и полезет. Это не стационарная картинка. Это значит, что если бы я эту семечку посадил в почву, откуда выкопал эту, так, она вот это вот, самый корешок, изогнулся бы, пошел вниз. А от почвы. Вы помнили, что от почвы? А еще второе слово, какого не хватает? Правильно. Ведь в ЭГЭ упоминается слово структура почвы. Как они крутые. Детям, выпускникам, они уже знают такие слова, скульптура, структура. Ладно, посмеялись, посмотрели. Раз, чтобы не возвращаться, мы же о груше говорим. Поговорим о прививке. Как можно ниже, фактически в корневую шейку, ведь эта прививка за столом удобна. Когда мне со своим большим животом стоял на коленях, было очень некомфортно прививать у самой земли. Видели фотографии, да? А здесь что? А здесь за столом раз, готово. Почему две почки? Почему не три? Ну, было бы в горшке, может быть, лучше бы три. И он бы мог пойти таким тройным кустом. Вот, проходили мы с вами. Почему не одна? Мне нет смысла экономить. Можно было бы и по одной. Вот тут отрезал и привил одну почку. Но, если вы вспоминаете, а эта тема, еще будем прорабатывать, но тут надо по верхушкам, а там будет подробно. Они обе одинаковые не будут. Скажите, которая из них ростовая, а которая цветочная, а которая цветочная ростовая? Или плодово ростовая? Вы не знаете, я не знаю. Вот поэтому две. Шансов, что попадется ростовая два раза, больше. А еще помните, когда две рядом ставим, это когда пень. 4 раза больше. А если еще в горшке, можно было по три. Шансов еще больше, что найдем среди них ростовую, которая превратится в мощное деревце. Остановились, так как все-таки три почки выкормить труднее, или если надо экономить, но все-таки две. Это золотое, ну, тысяча прививок, как-то оно постепенно улеглось в голове, что вот это оптимальный вариант. И выкормит, и вырастет. Что тут еще интересного? Тут интересно может быть то, что вот этот корень, возвращаемся к нему, он настолько хорош, он рассчитан на то, что еще, вот понимаете, год исполнилось, да? Год. А он уже где-то на полметра ушел. На этот можно полюбоваться, и на этот можно полюбоваться. Ну, этот похороче. Вот. Значит, неоптимальный уход. Не всегда поливал. Это сами понимаете, когда тут. Ну, чего растет овощи? Уже это что я могу привить? Вот здесь прям корневую шейку. Но главное, полюбуемся на корни. Вот это они такие и есть. Корни
как я ищу влагу, вот, он идет пониже, поглубже. Это, возможно, было чуть-чуть покомфортнее. Слово «структура почвы» вам уже не объяснять. Нет, объясню, но пониже. Вот пока это объяснил, не все. Итак, смотрим сюда. Караул, груша. А что ж такое-то? Ведь это что за это, чудеса какие? Ну-ка сравниваю. Да этот корень тысячу раз лучше. Казалось бы, да, посмотрите, сколько корешков. Правда, саженец двухлетний. Видите, это двухлетка. Вот. И отсутствует центральный. Ну, что тут догадаться. Первый год он рос. Допустим, когда выкапали, это я выкапал для вас. Коньяк зарабатывал. Вот. А так-то обычно вот так вот здесь. Чик. Ну, лопаты сколько влазят. На штык лопаты. А дальше дело техники. Остальное вольно-невольно отрезается. И вот эти корешки... когда снова садится саженец, мощный рост, и они становятся вот такими. Значит, у этого преимущество, что он лучше приживется, даже где-то. Но давайте делить на любительское садоводство и профессиональное. Возвращаемся в 19-й год. Дед, 19 век. Вот, цитирую. Посадили сеянцы, они выросли. Некоторые с первого года готовы на прививку. Так? А некоторым надо еще год подрасти. Уже год-два прошел. И вы думаете, их прививают? Нет. Дальше это инструкция, которая перешла плавно в 20-21 век. Что дальше? Выкапывается, отрезается центральный корень вот этот. Вот еще он вот такой. Выкапывается, отрезается центральный корень, называется пикировка. Научное слово, да. И садится снова с целью получить вот такой. Хорош. Вот. Но понятно, профессионалы, они должны вам продать саженец вот с такими корнями. И получается только на третий год его привьют. И только на четвертый год выкопают и вам продадут. Вот такая картинка. А здесь что? Смотрите. Выкопано. Один год росло. Второй год выкопано. Привито за столом. Плевать, что мелкие корнишки вот такие. Саженцы вырастают даже у груши по грудь Сергею. Вот. Это при минимальном уходе, без, практически почти без, ну, с редким поливом и без удобрений. И на той земле, где картошку люди отказались садить, продали, потому что не росла ни черта. Вот такая земля, вот там структура. И тем не менее, когда приходит, это выкопан не привитый. Это, еще раз говорю, коньяк. Гоните за то, что я это столько труда вложил в эту учебу. Вот. Это не снимок, это сказка. Это вообще это самое. Вот такие должны быть в этих. Не те дебильные эти, как их называют, энциклопедии, а настоящие. Вот это будет выглядеть так. Итак, центрального корня нет, боковых полно, вам продали. Ну и молите Бога, что раньше замерзнет, вот такой воды не напьется, потому что антифриз, он там, ниже. Проходили, еще будем проходить про этот антифриз, так? Вот, а их нету. Ждем, пока отрастет или раньше умрет. Ну и пока его нет, развиваться будет хуже, зимой замерзать, подмерзать, появятся черные листья, вы побегете в магазин, вот, напишите в редакцию, он скажет, черные листья, и вам такой список, кто-то из авторитетов, что надо купить в магазине, и прыскать. Даже не знаю, что он просто подмерз. Вот, корни изувеченные. Вы думаете, корни, они дают морозостойкость. Мы это с вами проходили, и это, по-моему, никто не отрицать не будет, даже мои оппоненты. Он дает морозостойкость, не крона же. Так? Хотя крона тоже в этом участвует. Если листья целые, тогда максимально. А здесь получается, что он отсюда хлебает, вот отсюда вот. А здесь антифриза нет. Дождевая вода при 0 градусов замерзает. Так нет? Вот. А нужен антифриз. Вот и получается, что раньше, погибнет или нет. Поэтому я разделил. Я вам рассказал, 3-4 года уходит, потому что вот это глупое с точки зрения истинного садоводства. Выкопал дичок, отрезал корень и снова посадил, чтобы получить вот эти вот разветвленные корни. Вот это вот
жуткая вещь только для профессионалов, которые вам сунут то, что я называю, туфли фирмы Скороход. Помните? Фирма Скороход, других не было. Какие-то итальянские. Скороход. Каблук кривой, на третий день отваливается, гвозди на пятый день вылезли, ходить невозможно. Вбиваешь их обратно, вгоняешь, а они снова вылазят. Вот это и есть фирма Скороход. Вот такие фирмы Скорохода — это современные, самые лучшие питомники. Почему? Возвращаюсь еще раз, чтобы уже не возвращаться, мы про груши. Вот эта вот прививка, значит, вам будет расти 3 года, а потом почку вживляют сбоку, потом отрежут дичок, получат страшную рану, и наша песня хороша. А любительское садоводство, еще раз, идеальный вариант, посадили, так, потом, не выкапывая, на следующую весну привили на коленках, и растет, не трогать его. Промежуточный вариант, это нужно пересаживать, но пересадить можно и так, а не вот так. Ну что, одну тему сделали. Почему? Потому что я зацепился за слово структура почвы, а мы еще к КГ перейдем. Я это называю школьный дурдом. Причем без всяких скидок, вы сами убедитесь в этом. Но с грушами не закончили. Еще сеяние с груши. Вот. Представьте себе такую картину. Это было почти на моих глазах, потому что чего не видел, то расспрашивал. Идет трактор, за ним один лемех, и он делает одну единственную борозду, но очень глубокую. Ну, наверное, до середины колена. Вот такой вот. А вы видите, вот она. Потом туда кидают зернышки разных этих самых. Это лесхоз. Но как-то этот лесхоз умудрился выращивать еще и дикие груши. Ну, никак, не для кушания, не съешь ни одной, плюнешь. А как декоративную культуру. Вот, и это. А потом они растут, растут, растут. А я наблюдательный. Ну, другого такого, ведь не реже было за 50 метров ездить и наблюдать. Ну, это наблюдался. До метра вырастает, рост прекращается и похоже навсегда. В это время идут год за годом, проходит 5-6 лет, я не выдумываю. Вот она, 5-6-летняя, вот она. Итак, это я для вас. Посадка семян в лесхозе. Заглубление смертельное, вот оно. Вот. Рост прекращается, корней не прибавляется, ну, то есть, они же растут слабенько, корни растут, но тоже хреновенько. Вот и все. Насчет заглубления посмотрели, почему мы пойдем к ГЭшникам, в дурдом, он пониже, я вас интригую, это интересно будет. Почему? Хоть кто-нибудь из вас троечку-то получит? Или как все школьники, которым, если не натягивают оценки, то обязательно это. 2-3. Там же надо знать, этого никто не знает, что им предлагает. Это самая Академия наук. А остается догадываться. Они же, знаете, как 33,3% гарантированно. Три вопроса, хоть в один ты все равно ткнешь. С привезением чуть-чуть включил мозги, уже 2 из это самое. Уже из 3 уже 2 угадаешь. Ну, так далее. Вот это посмотри.